Беларуси вступил в силу декрет номер 7 о развитии предпринимательства. Документ называют ключевым из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата. Вводится уведомительный порядок осуществления наиболее распространенных видов экономической деятельности – бытовых, туристических, социальных услуг, деятельности в сфере торговли и общественного питания, перевозки пассажиров и багажа. Действие документа охватывает сферы, в которых сосредоточено около 95% малого и среднего бизнеса. Теперь для занятия данными видами деятельности достаточно подать заявление в исполком через службу «Одно окно» либо с помощью портала электронных услуг. Приступить к работе можно уже на следующий день. Максимально упраздняются административные барьеры, отменяются сложные и длительные процедуры, связанные с получением большого количества справок и согласований. Субъекты хозяйствования вправе не использовать печати. В разы становится меньше проверок. До 2020 года не допускается повышение налоговых ставок и введение новых налогов, сборов и пошлин. Вместе с тем декрет устанавливает административную ответственность руководителя за обеспечение нормальной работы предприятия. Эта мера призвана повысить ответственность бизнеса за свою деятельность. Реализация прописанных в декрете норм, как ожидается, должна кардинально изменить бизнес-климат в Беларуси. Сегодня доля малого и среднего бизнеса ВВП страны занимает 28%. В планах довести эту цифру до 40%.